Yes, yeah, see me, honey.
Сказать
За это большое горе. Хотели хайнат снеш, хотели дымбеш. А что мы хотели, а что? Волбесли хищен, мензохели шатага. Хазар нам стасни флаганим, тернецал хайос меч ехерн. Да тушкяй комицеш, а израгиле нахатесвазеш, дерьелас. Хазар утарус и насучос твис. Воле тевес миче хазар на руксанере тиве. Миллионкес хаеш, церцвам вец, бначин швес, мир мотавора ганчане, вот и часы, кадреси, мир хаери тевере. Восьминков айсос, хавакфели, Мер паханчы нергасны, тадапарды, хайот церспанычуна, еде жаманаки, хайот церспанычуна, тадапарвеш, еви аннов почвеш, шерлини харьянани церспанычуна, еде мерен миллион кес хайерин, харьянанина вец миллион хайерин, евдате вец шахтаяка, Мите церспанычун шеш, сумгайки елер, бахви джасте, тераган вецин хайюн хазардарит не, ефте гадан ашхани таше альбнелюм. Некве ерханин дасиасумен кайпес, воржашке ньюс аскеи, нек чен гасур гнаце керле, аль еде, Ай вес падаи, ворме хайни кепаш паме, токрме, дашуис тавес, гарабави керне, мек воште веке ашхани нераяна, ворме сексва вас ас, еварачи христоня ас, веке нераяна, ме наем ме херос нерос, ме куне селе кандрани, ме куне селе кнешде, ме куне селе Вас есть сахастя, монте ленконян, евшат лишне. Некай на гампа деразнита велен чош паша, солакар. Харин мазгне хай на гаммец па деразнин, евелен херосне. Некай со, узумен хаучун, айжмен церспанычуне гнун Сириаум, Украняум. Եվ գուս կավանական ծերի ասգես կրվում է մեկնուսի դեմ, դաննելի է, պետք է մենք տադապարդենք այդ իշխանավորներին։ Եթե ամերիկայի միասյան նահանգները պատժում է միապատ երեմերին և անում է ծեր սպանություն, պետք է մենք տադապարդենք դա խաղաչում մեր ժողովրդի, մեր ռուս եղբայրներին, մեր բոլորին։ Ես այստեղ ներկայացել եմ իմ երկու բանասերությունով, որը մեկը նկարագրված է, թե ինչ է տեղի ունեցել այ մտա Հայաստանում, իսկ մյուսը իմ բողոքն է արտահայտում։ Ինձ օգնեք, հա՞։ Давайте я вам подержу. Давайте я буду держать. Ես վերնագրել եմ սեր տարիներ վերնագրով. Երգիր ու կետիր սերով պատվեց, մահանգը որեն չազատվեց, կետիր այլնով սատվեց, դիակներով երգիրը լծվեց, այդպես էր սանգերով դարիսկիս բահայի համար, մինոնը կես հայեց դողեցի, մի մասն է եղան բտավեց, ամբոշ աշխարով սրվեցի, հղկանած որովայները սուր շշեր էին մտնում, դրոշակինը մահաբեր էր բարտասնում, այսին զարդրազգին աշխարում, այդ կան բանաչ է դրչեր զսում, բոլորազգին մեջ մարդասվաններ լինում է, բայց գայայի ծրագրեր բացարում է, որ մի ամբոշ ազգի սրեին կաշում, � Դա շատ պահապականիթյուն են բարում,
із жовгостей дінкажуми ойтелі. Хайта дакуми мінін сазгі, башта спані підага тедену вовчого тівча катні. Вордерак айвінат буєн остаю, із хаченей айфабаки гнатаду. А мені кайні асчан на нагмле, шат ведичу нерей пачу. Вордер раз няпа гєді нерей гамалу. Бай хайот єдер нерей нам чікочу, умера сазгі на качідену. Ніч песі тлені сахала гірганя на тунець, у тела зуна сахасвець, ай песен дуб варнецець, зеда мінері сахала гуецець. Єдна юмен хваси сін, кавзець на мезі танчу, єкі хасе кім бранжері, у тез гадек кім сезду, єс модинєм боролі, бачо дарі зеркувем гадаву, ніч кам нам тутки сенки на єнот, хокнерем єс, а юр дарі тутки дзеку. Мьоркака шат спасла, Єдко ланчин менька парвей, Євай тела гадрей, Ворде шія за сігни тарвац, Ой, дішен парка барвей, Менця дича менька єнке, Ворде не вогере, Кеве тиміця задере, Умеса вере менька хуже. Аж м'єсін богок не менька ясу, Тушка дали цайлас єгерна, Анта фермінац, ан бог шашкати. Хай жустана на фейна цар, бачне дайазга гочин кістата. Єсе зер тумаша шимати, зер хоска се блудмина це, зер хоска се кармунан кеди, вор падасхана на цаля мерки. Аж хай я аж тупне мисаду, уж герзика мисара стану, бачне драни значія задну, у цаля мерки значіто тафу. Амме вокіне єсус кум чакум, Хай юждарі боготі на ну, зера гардені ніде чи расту, ам не взагалі ніде чи шлесу, зер чакак не дійсе вам не втесу, зера скеріне чай юне втесу, зер окініне хабарі втесу, зер соскеріне скерзіки втесу. Папліне втелі шакане дарас, зер візне татвас, зер серіні вверте вас, у зера скеріне шопат вас. Не пек мартикен зера скеріні чіт, Ворчен лапажену чіште на зрум. Лсет дуг наранц, зер лапене нутрум, у дуга заплек садовіке вздіт. Нергавен тасня гігер не, чалачене найзмець єгерне, байз ранко кінкане не гігерне, шанчан суме найзмець чайка, шахне дастубай чайка не, хулу хамар зеванан, падучата селе міхерзен, улець, Окута міськаве, лавма це, те гузасні хасахтарі, мен чеко шумашару, гкапаха тчанасгашару. Ісенен хайману, пусерунен кезараніць, калеслес мебурера, турфашай зерце, дєвкіна зігінен манін, каха оште сайдбар. Маврес. Ашкан. Кекек полон схачатын гей, на хатагдели хамар. Скоро кодаусу. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вас. Слово предоставляется Ирине Романовне. Дорогие присутствующие здесь люди, я так рада, что у нас вот есть такие люди, которые чтут тех людей, которые погибли от рук идиотов и фашистов. Какие же вы молодцы, что вы организовали в нашем поселение такое чудесное и грустное в то же время мероприятие. Молодцы! Помните, всегда помните, как было тяжело им, как ни за что не пострадали. И я, в общем, не могу. Я так тронута этим мероприятием. И я низко кланяюсь перед вами за ваш такой мужественный шаг, что у нас такая вся диаспора, которая чтит память
погибших своих товарищей своей национальности. Живите, дружите мирно, давайте уважать одну нацию другой нацией, чтобы не было никакой розни. Ну вы посмотрите, что вытворяется на Западе. Да не приведи Господь, а злость растет, а злость вообще торжествует многоколично. Но я думаю, наша дружба, наша поддержка никому не даст раздружить нас, никому не придется поссорить нас с нашим президентом, с президентом Армении, с нашим вооружением. Пусть они не наставляют на нас врага. Мы эти врага им обломаем, дадим как следует и по врагам, и по зубам. Низкий поклон вам. Спасибо вам. Молодцы. Молодцы. Так, держать. Дружба, дружба и еще раз дружба. Молодцы. Спасибо большое. Слово предоставляется Альберту Александровичу. Добрый день. Сегодня день памяти и скорби геноцида армянского народа и вся Россия, как национальная, для которой все национальности – это братья и сестры, и которые являются как пальцы одной руки, какой бы ни вольно. Не зря на сегодняшний день президент нашей страны Владимир Владимирович находится в Армении с официальным визитом, тем самым подчеркивая то, что Россия всегда была и будет, и выступает за мир во всем мире. И сегодня, позвольте от отца администрации Федора Ивановича, присоединиться к его вагинам и спорам, и вы свое соболезнование вам и всем вашим близким в тем, что 100 лет назад произошла такая страшная беда, которая постигла армянский народ. И она постигла каждую армянскую семью. Еще раз с днем памяти. Спасибо вам. Дорогие братья, сестры, я сегодня хочу поддержать в этот грустный день нашу братскую республику, братских народов Армении. Да, такой бой был 100 лет назад, нас не было. Мы слышим, потому что история, она незабываема. Я хочу пожелать вам всем здоровья, счастья, чтобы над вами было всегда мир, чистое небо, чтобы это грустный боль, чтобы никогда не повторилось. Не только для братских народов армян, и во всем мире. Это большая боль. Я и как председатель общественного совета, и наш общественный совет поддерживаем вас. И эту боль принимаем тоже на себя, как вы это чувствуете, мы тоже чувствуем. Я хочу, чтобы этот прекрасный молодежь всегда вырос радостным, радовал своих родителей, своих земляков, свою страну и нашу Россию. Соболезную нашу Россию. Спасибо, дорогие. Спасибо. Слово предоставляется Травясу. Святой Харьков Александрович, дорогие гости. Сегодня становится главный жертв. Я не знаю, что это за что. Я не знаю, что это за что.
завершить как национальный, как огонь народа, так и вор, и как задание лица. Мы армянский народ только любим. Мы не любим строить, что-то близится. Поэтому мы сейчас живем в России, по всему миру. Это праздная неделя, память нашей жизни. Спасибо. Присутствуем, которые пришли администрации Градовского, общественные администрации Ирина Романовна. Всем, всем большое спасибо. А следующий год будет. Слово предоставляется Юхину Владимиру. Уважаемые друзья, это Драгоценский народ, Россия вместе с армянами скорбит по тому событию, которое произошло 100 лет назад. От себя лично хочу выразить благодарность нашему братскому армянскому народу, потому что Россия и Армения на протяжении многих веков были рядом, бок о бок. На сегодняшний день Россия многонациональная, проживает много народов, но мы живем в дружбе и мире. Поэтому хочется выразить еще раз уверенность, что дальше так и будет. Еще раз всем здоровья, благополучия и вместе с вами принимаем эту дорогу. Спасибо большое за сказанное слово. Дорогие земляки, дорогие жители Федоровского района, гости и все люди, которые в этот день сочувствуют, соболезнуют, вспоминают эти трагические события. Ровно 100 лет назад мы это фиксируем на этот принципиальный геноцид армян начался. Намного раньше, значит. Османская империя поставила себе цель изгнать со своей, он считал, что это его территория, этнических армян, а также других, некоторые другие национальности, греков, аскетов. Но по численности армяне в основном заселяли эти территории, так как это были исконно армянские земли. Османская империя особо жестоко и нечеловеколюбно поступила после событий 14-18 годов, то есть Первая мировая война, если люди знают все. Пользуясь этой ситуацией, она начала призывать армян, чтобы воевали против России и так, это Антанта, Англия, Франция. Армяне, естественно, возмущались и не сказали, мы не пойдем против России. Еще тогда, просто из-за чувства справедливости, может, наша нации, как и других справедливых, правильных, вообще все нации правильные, но большинство людей не всегда определяют поведение народа. Иногда некоторые грустко неправильных, извините за выражение, подонков тащут нормальных, правильных людей за собой. Вот, скорее всего, в Османской империи такое и произошло. Всех турков никто не собирается, там были люди, которые спасали своих соседей и так далее, и так далее. Там курды были тоже мусульмане, которые помогали армянам. То есть вопрос не вот, вопрос самой политики тур. С тех годов Турецкая Османская империя добилась своего, то есть в основном части изгнала армян, а по пути уничтожала физически. Ничего, я долго не говорю. Просто хочу сказать о том, что из исторических событий должно было произойти
справедливая вещь. Должны были со временем признать многие народы геноцид армян, чтобы турецкое государство в свою очередь признало. Этого не произошло. И такие вещи приводят к другим трагедиям. То есть, как мы видели, как-то Гитлер сказал, а кто помнит геноцид армян, когда поэтому он начал евреев выставлять. Как национальность. Поэтому сегодняшний день, сегодняшнее наше шествие травма, все нацелено, я думаю, на то, чтобы мы, вот именно присутствующие, и наши близкие, и плюс все остальные люди, которые в этот день вспоминают, хотим просто подчеркнуть то, что таким образом поступать по отношению к какому-либо народу, это зверство. Это должно быть осуждено мировым сообществом. Этого не должно никогда повториться. Мы поэтому и здесь собрались. Хочу сказать, что были очень-очень большие трагедии человеческие. Углубляться не будем. Просто мы все армяне очень низко кланяемся перед людьми, которые вместе с нами страдают в этот день. Говорю огромное спасибо администрации районного, сельского, Могиловской администрации, всем органам, культура, тоже многие люди, которые здесь участвуют. Всем огромное спасибо за то, что помогли нам провести это мероприятие. Для нас это большая поддержка. Спасибо. Помним, требуем. Молодежь, вперед! Вот так. Хорошо, варишки. Али, мотик, али. Инко, мукай. Поднимаешь сарату, это вы сарату. Спускали регион, делали.